Всем привет, с вами Лего Стайл, и как я обещал, я зашел в магазин и купил, да, один набор и два полибега, один из которых обозреваю я сегодня. И что же, это Лего Креатор, да, скоро Новый год, поэтому снеговичок от Лего Креатор от 16 лет, артикул набора 30197. Вот, и это небольшой полибэк с таким вот клоуном. Тьфу, клоуном, снеговиком. Сразу говорю, сборку показывать не буду на камере. Сверу сам, вот. Давайте только вскроем. Так, давай. Стальная упаковка, реально, ребят. Не открыть. Придется вспомогательный материал просить. Прямо быстро сказал в конце. Так, сейчас. О, все. Я понимаю, что я полный гад, и мне скажут, что ты чё, разрываешь пакетики для полибэга? Но они нифига не красивые, эти пакетики. Честно скажу. Тем более, я откусил только швабру от него. Вот. В принципе, если уж я захочу, я могу вот так вот, смотрите, вот так вот раз кусок отрезать, и все, он будет нормальный. Ну, и чуть-чуть пальму то, что... Швабры нету. Ну ладно, какая разница? Метла, швабра... Вот, давайте я пододвину детали. Вот это все детали, и также у нас затесалась здесь инструкция. Вот. Вот такая инструкция, ну ладно, буду собирать. И из этой кучи горы деталей у нас получился такой вот супер няшный пингвинчик. Снеговик. И вот столько вот запасных деталей. Вполне прикольно и классно. Вот. Значит, инструкция у нас была как постер, да. Сделана как постер, но это не важно. Это во всех маленьких наборах как постер. Совсем маленьких. По 100 рублей там. Так. Сейчас. Давайте рассмотрим его. Во-первых, он имеет очень няшные такие глаза. И морковка. Похоже на как на пингвичка, потому что вот у морковки здесь дырка. Понимаете? Вот. Также он одет в шапку. Очень такую хорошо сделанную. Вот. Которую даже можно снять. Упс. То есть, по идее, нельзя, но можно как бы открепить и как будто бы снять. Ну, вот как-то вот так. Да, вот так вот, и он получается у нас очень плохой теперь. Без башки какой-то он не очень. Так что давайте ему обратно надень его шапку, и он становится такой же крутой. Также он имеет вот такой вот шарф красного цвета. Не менее хуже выполнен, чем он сам. Вот, ему видно холодно, хотя он ледяной, но... Ладно. Дальше... Это вот эта вот метелочка. Вот. Метелочка такая вот. Он ей может все подметать. И вообще это так детишки ставят ему. Обычно метелку. Он так и может себе по башке еще бить. Вот. Также одна рука свободная. Естественно, пуговицы. Как же? Как же снеговик без пуговиц? И вот такой вот он сзади. Вот такие вот у него покатистые бока, как вы видите, вот. То есть, да, вот такие покатистые бока. То есть, сколько раз стой сказал? И он очень классный, хорошая такая фигурка. Вот. И вот еще. Завтра будет обзор вот на это. Та-дам! Да, на эту елочку будет завтра обзор, ребят.
А послезавтра на кое-что, не буду спойлерить на что. Это из Лего Сити. В общем, да, вот так вот. И на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Лего Стайл и няшный снеговичок. Всем пока. До скорых встреч. С вами был Лего Стайл еще раз. Пока. Щу.